Когда достигаешь определенных высот, люди ждут твоего падения. И нужно приложить усилия, чтобы не упасть на землю, а взлететь. Он прошел путь от звезды Ютуба до певца, который собирает стадионы по всему миру. Специально для вас. Придется забыть о нормальной жизни. Он приехал! Это чудовищно популярный хит. Джастин растет на глазах у всего мира. Все видят, как ты влюбляешься или расстаешься. Это старая история. Молодой певец достигает известности, а потом катится под откос. Понимаешь, что тебе это тоже грозит. Джастин, вали в свою Америку! Что ты сказал? Я хотел его ударить, а им только этого и надо. Теперь я знаю. Приходится всегда улыбаться, всегда быть на позитиве. Это же безопасно? В конечном итоге это просто обычный молодой человек, который сидит и пишет песни. А они становятся хитами. С часами я кажу себе старше. Обманываю себя. Вот что я люблю больше всего. Общаться с фанатами. Это все ради них. Не отчаивайтесь, все обязательно будет хорошо. Поверь в себя. Поверь, что ты можешь добиться всего, чего захочешь. Иногда я хожу в развалку, потому что у меня спущенные штаны. Не позволяй штанам взять верх. Опускай их. Я прошу тебя, как мама, подтяни штаны.